Вторые рождественские чтения у нас совершаются в рабочем поселке Новониколаевск. В прошлом году первые рождественские чтения у нас состоялись, они проходили в нашем главном городе, в городе Урюпинске. И, как говорится, второй раз чтение уже получается более, ну, серьезно подготовленная, более серьезная работа. Угу. Хотя и первые в рождественских чтениях работа совершалась очень так, ну, активно, да. Вот. Очень радостно, что духовенство, преподаватели советских учреждений, преподаватели воскресных школ приехали на эти чтения и присутствовали, и сегодня утром слушали доклады, ну, очень такие серьезные доклады, хорошая профессура, приехавшая из Москвы, Краснодара. Вот, города Волгограда. И я видел, что люди с интересом воспринимали эти доклады. Конечно, хотелось бы пожелать всем участникам чтений, а они завершаться будут завтра. Проходят они 3 дня, началось вчера, 30 октября. Сегодня такой главный день, пленарное заседание и работа, ну, таких, ну, в рабочую группу, да, по различным направлениям. А завтра уже рождественские чтения завершат свою работу. Но я все-таки еще раз надеюсь, что то, что услышали наши священнослужители, и преподаватели различных учебных заведений, поможет им в работе, ну, в самой такой основной работе, очень тяжелой, трудной, но такое нужно, это воспитание и образование нашего молодого поколения. И почему это чтение, конечно, и направлено. Поэтому я пожелал всего такого самого наилучшего и желаю им, потому что профессорский состав – люди православные, верующие люди, и для них, конечно, те вопросы, которые были подняты на чтениях, посвященные князю Владимиру, это, ну, поднимаются очень важные аспекты, да, нашего исторического бытия, угу, вот, нашего именно воспитательного такого, да, процесса, образовательного процесса. То есть самое главное, чтобы мы извлекли из уроков истории самое важное, да, именно воспитание настоящего человека в большую букву. И тут я, конечно, от всей души желаю всем участникам, вот, проходящих ныне рождественских чтений. Спасибо.